Старая шляпа, которую наш дизайнер превратит в необычную вещь, принесет нотку юмора в наш дачный декор. Здравствуйте! Наверняка у каждого из вас есть старые вещи, которые жалко выкинуть, но надеть некуда. Сейчас из ковбойской шляпы мы сделаем рамку для фотографий. Для этого нам понадобится клеевой пистолет, кусок кожзаменителя, картон и та самая шляпа. Рамкой для фотографии послужит верхняя часть шляпы, но предварительно нам надо сделать картонное лекало рамки. Для этого мы берем картон, переворачиваем шляпу, плотно прижимаем и обводим карандашом. Теперь вырезаем по контуру. В таких оригинальных рамках можно хранить свои старые воспоминания. Теперь по этой же форме вырежем еще одну такую фигуру. Одна из фигур у нас будет передней частью рамки, а вторая – задней. Теперь на одной из фигур мы отступаем 2 сантиметра от края и рисуем окружность внутри. Это будет отверстие для нашей фотографии. Внутреннюю форму вы можете сделать любой. Это может быть и треугольник, и круг, или, как у меня, овал. Теперь вырезаем. Теперь берем кожзаменитель. Это остатки от старых кожаных штанов. Переворачиваем ее и обводим одну из фигур. Так, чтобы наш контур был с небольшим припуском. Где-то примерно 0,5 сантиметра. Если у вас нет кожи, можете взять любую ткань. Это может быть или замша, или хлопок, или джинс. Контур готов, теперь вырезаем. Это будет передняя часть нашей рамки. Кожаная форма готова, теперь к ней приклеим картонную переднюю часть нашей рамки. Вот так. Для этого мне понадобится клеевой пистолет, но вы можете использовать любой универсальный клей. Приклеиваем с отступами, которые мы оставили. Кроме рамки для фотографий и шляпы, также можно сделать часы, вазон или любой другой предмет интерьера. Нам надо загнуть все края и приклеить. Но чтобы было удобнее загибать их, нам надо сделать несколько вот таких вот надрезов по всей окружности рамки, как по внутренней, так и по внешней. Теперь края загибаем и заклеиваем. Загибаем плотно, натягиваем, чтобы кожа плотно обтягивала нашу картонную рамку. Передняя часть нашей рамки готова. Теперь приклеим ее к задней, картонной части. Но очень важный момент. Мы аккуратненько наносим клей по контуру, но не заклеиваем нижнюю часть. Именно туда мы будем помещать нашу фотографию. У нас получилась вот такая рамка. Нам надо приклеить ее к верхней части шляпы. Наша рамка готова. Остался самый важный момент – вставить туда фотографию. Фотографию вырезаете по контуру рамки, но на 2 сантиметра меньше. Я подготовила особенную фотографию моего любимого телеведущего.